Якщо не було четверо, а лише двоє хлопців по дорозі пропали. Невідомо, може вони також в райвідділа, а може десь їх побили так, що вони себе не почувають взагалі в змозі нам дати знак. Якщо ми сьогодні не зможемо добитися закону про імпічмент, якщо ми сьогодні не візьмемо депутатів за горло, вибачаю за слово, щоб вони відповідали за свої слова з трибуни Майдану, то ця поліцейська держава буде до кожного з нас. І завтра нас кожного затримають і скажуть, що ми робили злочинні дії. Тому сьогодні день дуже важливий. І нас сьогодні має бути багато. Тут мають стояти депутати і звітувати. Хоче Луценко, хай прийде сюди до нас і скаже, що він бачить, які злочинні дії, а не пише з теплого кабінета якісь там звинувачення. Я з ним був разом на Україні без кучми. Він колись так само там вилучав від поліції по голові. Мабуть, все ж таки тюрма для нього стала поганим уроком. Сьогодні мені понравилась цитата. Я давно таких не испытывал. Охота сьогодні супер. Ганьба! 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 Закон один для всіх. Конституція одна для всіх. Ми всі рівні. І ми всі хочемо жити в великій українській державі. Слава вам і слава Україні! Слава Ісусу Христу! Я боєць 54-го окремого розвідного. Саня, тат ти, получив наслаждення сьогодні? Клас, такий театр. А ты с самого рання был? Попозже подошел. А я уже тогда не спустились от костела. Я хотел колотал вот это. Я тот раз пришел, а колотал перестал, короче. Своей полиции. А чем ты с лампочкой ходишь? Ну и шо, пусть горит. Мне она не мешает. Слышишь? А ты? Тебя не снимай. У меня все снимает. Это, слышишь, это, а ты где стоял тогда? Тогда вот эта бойня внизу был там, да? Когда бойня, я прямо снял, как они друг друга поливали перечным газом. Я вот на парапете был, у меня такой обзор был, а дуреть, я там даже знакомым фотографом в аренду место сдавал. Короче. Слушай, ты фотку как охотовать? А там тысячи фотографий тебе, короче, тысячи сейчас там будет. Там же менты расступились, по сути, да? И дали вскрыть машину. Ну, да, там они так, ну, просто не хотели, это все понты. Если бы хотели, вот я тебе хочу сказать, я с 11-го года на разных акциях снимаю. Если бы хотели придушить, понимаешь? Ты какого года рождения? 89-го. А я на 7 год старше тебя. То есть ты, получается, все застал? Как они это все говорят? Ну, короче, я с 11-го года это снимаю, короче. Фотографирую в основном. А это я иду уже домой, так, по приколу включил. Удачи тебе. Ты идешь домой? Да нет, ты не идешь домой. Не, еще нет. Ты меня обманул тогда вот то. Это тогда закончили грамоты вдавать, а потом ты тут еще лазил. А сказал, что ты домой идешь. Ну, всякое бывает. Эх ты, агент. Саня, давай 5. Не, я еще похожу тут. Просто. Я тебе рад. Это. Не, раз знакомство. Мне нравится, что ты скептически. Если ты это серьезно скептически, то. Это. Потому что серьезно. Как это еще не можешь понимать? Потому что.